650 компаний из 35 стран, 80 приглашенных спикеров, 30 дискуссионных площадок, 4 дня и масштабы, которые поражают своим размахом. Территория под юг Агра сопоставима с 9 футбольными полями. В 4 павильонах последние новинки сельскохозяйственной науки. Техника, которая уже шагнула в будущее. Если климат-контроль в комбайне никого не удивляет, то нейросеть, внедренная в машину, вызывает неподдельный интерес. Отечественное программное обеспечение позволяет установить на любую агротехнику умный автопилот, который в процессе работы еще и самостоятельно обучается новым возможностям. Камера снимает изображение перед комбайном, перед трактором, ну, перед сельхозтехникой и транслирует его в ПО. Программное обеспечение на основе нейронных сетей понимает и может анализировать, где находится препятствие, где находится кромка поля, где находится волок, идентифицировать человека в поле, животное, столб, и уже дает команду на рулевое управление комбайна либо объехать препятствие, либо остановиться. Сельское хозяйство сегодня переходит на концептуально новую модель развития. Тяжелый ручной труд сменяют цифровые технологии, которые снижают потери урожая, повышают производительность и в целом увеличивают экономический эффект для агропрома. Наблюдается как минимум 10% прирост урожайности, иногда этот показатель значительно выше. При всем при том, что сроки посева сокращаются в 2 и более раз. О повышении рентабельности в агропромышленном комплексе Кубани говорил и губернатор. На открытии выставки Вениамин Кондратьев обратил внимание на то, что современные технологии теперь задают тон в развитии всего сельского хозяйства. Эта выставка востребована, еще раз подчеркну, не только в нашем Краснодарском крае, во всей нашей стране и во всем мире. Юг Агра – это уникальная возможность учиться, перенимать опыт, ну и, конечно, идти на шаг впереди своих конкурентов. Агропромышленный комплекс нашего края в год покупает различной сельхозтехники разного направления на 12 миллиардов рублей. Безусловно, это стало возможным, что сельское хозяйство становится бизнесом очень рентабельным. Сельское хозяйство, агропромышленный бизнес в целом, он должен становиться высокоинтенсивным. И понимание того, что все-таки сельское хозяйство должно давать прибыль, но не сверхприбыль, должно быть у каждого. И тогда, на самом деле, мы сохраним тот баланс, который позволит нашему сельскому хозяйству давать пшеницу нашим последующим поколениям. С каждым годом мы получаем рекордные урожаи зерна. Мы вкладываем серьезные денежные средства в развитие перерабатывающей промышленности, в экспортный потенциал нашего региона. Дорогие друзья, все это стало возможным благодаря чему? Благодаря тому, что есть достаточно серьезная государственная и региональная поддержка. За последние 3 года в регионе произошло самое масштабное техническое переоснащение парка сельхозмашин. На это ежегодно тратят около 12 миллиардов рублей, в том числе и в виде субсидий. Поддержку получают и те компании, которые локализуют свое производство в Краснодарском крае. Руководители известной международной марки в России заинтересовались такими возможностями и в разговоре с губернатором пообещали передать информацию на самый верх. Каждый регион, каждый ищет собственную сборку, собственное производство, это нормально. Мы, конечно, ориентируемся на хозяйственную технику и на тех, кто будет ее собирать, производить у нас. По-другому они никогда не окажутся на этом рынке. Потому что все равно мы поможем тому и будем отказывать преференции, кто здесь у нас создаст новые рабочие места и будет платить налоги. Локализация производства – это еще и развитие конкуренции на рынке. Так, немецкая компания «Клаас», запустив выпуск техники в Краснодаре, невольно заставила развиваться и отечественные бренды. Все это в конечном счете играет на руку потребителю, фермерским хозяйствам и агропромышленным комплексам. Компания «Клаас» не должна отставать в определенной части, а максимально может быть и это продвигаться, потому что от этого зависит сбыт, в том числе той техники, которую вы производите. И, конечно, выбор, в первую очередь, за селянами. Они должны иметь выбор, это самое главное. Должны быть комбайны и тракторы «Руслимаша», должны быть тракторы «Клааса». И если вы где-то вот отстанете, где-то просеете, то, коллеги, здесь никого не нужно винить, кроме самих себя. Это конкуренция, вы правильно сказали, только конкуренция определяет сильнейшего на рынке. Только так. А голосуют рублем, конечно, сельхозтоваропроизводители.
Основной темой выставки «ЮГАгро» стала цифровизация сельского хозяйства. За внедрением высоких технологий будущее всей отрасли, уверены эксперты. Во многом благодаря именно современным машинам на Кубани в этом году удалось поставить урожайный рекорд, собрав почти 10,5 миллионов тонн зерновых и бобовых. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.